aveam 19.000 de lei aproximativ și am rămas cu zero. Молодой житель Аргеева попался на удочку мошенников, выманивших у него деньги на лечение. Марчел Лимнару родился с инвалидностью, родители от него отказались. Врачи обещали прооперировать его бесплатно. Нужно было только собрать средства на последующую реабилитацию. Марчел обратился за помощью в соцсети, и скоро ему написал человек, обещавший перечислить деньги. Он настоял на том, чтобы я дал ему данные с обратной стороны банковской карточки. Сказал, что поможет деньгами. Я хочу только встать на ноги, а теперь у меня ни единого шанса. Марчел обратился в полицию, но мошенника пока не нашли. Полицейские предпринимают все необходимые меры для выявления виновных в совершении этого правонарушения. На историю Марчелла откликнулся банк. Его работники решили пожертвовать 10 тысяч леев, чтобы приблизить молодого человека к заветной цели. При этом специалисты напоминают, никому не сообщайте персональные данные, тем более пароли и коды. Трехзначный код CVV на обороте карты, срок ее действия – это конфиденциальные данные. Если кто-то хочет сделать вам перевод, то все, что ему нужно знать – это номер карты. Полиция только в январе зарегистрировала около 200 случаев мошенничества с банковскими картами.